С вами проект «Философия стиля» и Галина Москвина. И сегодня мы на выпускном лидерской программы LP126. Итак, какими мы были, какими мы стали, сейчас вы все увидите. Поехали! Эта песня посвящается тем, кто пережил лидерскую программу от начала до конца. Всем девчонкам и мальчишкам, которые дошли до такой жизни, о которой могли только мечтать. Поехали! Ты однажды пригласил, так плакал, так просил прийти на этот странный тренинг. Я была уперта правой, не думала, что прямо всю жизнь мне это перемещает. Смотря на этот выпускной, на этот клип, сразу можно увидеть, что делает вообще лидерская программа с людьми. Они такие чудесные, они такие яркие после третьего уикенда. И у них столько личных результатов, мы так за них по этому поводу рады. А этот клип потрясающий, люди, которые оттянулись на полную катушку. Огромное количество помощи в общественный проект, ну личные цели, конечно же. Новые люди, которые пройдут тренинг. В общем, LP126 рулит. Много чего было по пути, конечно, но мы не будем об этом говорить, потому что победители не судят. Понял только одно, что когда куча непонятных людей делают непонятные вещи, но с душой, с запалом и как-то вот очень по-свойски, получается круто. И поэтому я хочу пожелать именно этой команде, чтобы они не парились над сценариями и делали то, как им приказывает сердце. Тогда все будет офигенно и круто. Вы были сегодня хороши, люблю вас, Лиз. Поздравляю LP126 с их выпуском. Хорошая атмосфера, ребята молодцы. Я смотрел видеоролик поздравления. Круто, классно сделали. Вот я желаю ребятам, которые выпустились, всего хорошего. И пусть они используют то, чего они здесь достигли и чему они научились здесь. Используют это в жизни, и пусть это вдохновляет их на разные подвиги. На самом деле это невероятно. Так этого ждали. Вдруг наступило то время, когда надо со всеми прощаться. О, все, личная цель выполнена. Мы тебя поздравляем. Спасибо. Все здорово, круто на самом деле, как бы. И главное, что энергия, да? Энергия пошла, мы это видим. Мои впечатления от LP в целом, ребята, ну, что сказать, эмоций много. Это нужно пережить, это нужно прочувствовать. Это как стиль жизни определенный, вы понимаете? LP-шники — это определенная каста людей, которые идут к своим целям, людей, которые достигают этих целей. Это круто, это реально вот так вот. За 3 месяца результат был такой, как за 25 лет не было. Все очень понравилось. Единственное, очень грустно, что команда вскоре разбежится, но я думаю, мы все будем общаться. Выпускной наш – это полнейший дурдом, но веселый дурдом. Я рада, что все получилось, пусть немножко с задержкой, но получилось. В следующий раз пойду лет через 10. Неужели мы так достали? Нет, это очень маленький промежуток времени. Это было супер. Я очень рад, что попал сюда. Во-первых, я обрел очень классных, надежных, ярких, открытых друзей, которые, я думаю, запомню на всю жизнь. Второе, то есть для себя я получил очень большой урок. Теперь у меня, как говорится, все в моих руках. Все зависит только от меня.
То есть не жизнь делает мне, а я буду делать и создавать себе жизнь. И делать ту дорогу, которую я захочу. Мы тебе желаем удачи. Я приглашаю всех людей, всех успешных людей, молодых людей пройти лидерскую программу, потому что это, ребята, круто. Это настолько развивает все внутренние ресурсы человека. Это программа, которая дает потенциал, когда хочется жить, творить, свершать, побеждать. Когда хочется просто радоваться жизни каждому дню, каждой минуте. Как это происходит, я не знаю, но это здорово. Эдуард, ваши впечатления о лидерской программе? Это очень сложные впечатления, на самом деле, они очень двойственные. С одной стороны, это драйв, эмоции, позитив, с другой стороны, вот реально так достало уже. Уже хочется просто вот дойти там до моря, буквально там шагов 50, наверное, плюхнуться так туда, потом выползти на песочек, лечь, завернуться в пледик в спальне, или в спальничек, во что-нибудь завернуться, короче говоря, и спать. Ну, двое суток, может быть, трое. Надо подумать еще хорошенько по этому поводу. Ну, на самом деле, этот человек сделал для этой программы все. Начиная от этих чудесных маечек, вот таких прекрасных, сексуальных, до участия в клипе, в лидерской команде, в программном заявлении, в песне и далее по списку. Поэтому мы теперь его посылаем отдыхать куда-то очень далеко-далеко. Мы тебе желаем отдохнуть где-нибудь на Гавайях. На Бали, потому что все надоели, да. А лучше именно туда. Да. Отдохни, расслабься и приходи снова к нам. Впечатлений так много, что даже не знаю, с чего начать. Это можно говорить вообще бесконечно. Вот на камеру, пожалуйста, скажите нам, что? Что именно вас затронуло? Затронула сама атмосфера, отношения людей, отношения, как ты меняешься сам по отношению к людям, как люди меняются к тебе. Вообще, это здорово. Это, ну, словами просто не объяснить. Это круто. Ну, ты расцвел, я смотрю. Я еще и пах. Мои впечатления от команды. LP126 – замечательные люди. Люди, которые выбрали стоять за людей, делать результаты. Люди, которые готовы отдавать, которые готовы любить, которые готовы дарить. Я очень благодарна этим людям за их результаты. Я очень благодарна, что была с ними. Я благодарна, что влияла на них. Большое вам спасибо, ребят. Так держать. Я вас очень люблю. Все. Больше всего меня в этом проекте впечатлило то, что люди в течение 3 месяцев думают, что им делать. А потом приходит такой момент, я не скажу, как он называется, потому что вы в Гугле узнаете, как это называется, поэтому не скажу. Это секрет. Вот люди за 4 дня делают результат, который думали 3 месяца, почти 3 месяца, думали, как сделать этот результат, и они просто уже в конце всего проекта сделали его за 4 дня. Вот это мне больше всего понравилось. Мне понравилось то, как, знаете, вот я такое могу провести параллель, когда расцветают абрикосы, да, по весне. Они расцветают практически в течение 3-4 дней. Вот, но я это сравниваю, считайте, вот зима, лыжи, снег. А потом это раз, все, и через 4 месяца за 3 дня расцветает. Вот это примерно вот лидерский проект, чтобы вы понимали. В душе зима, потому что думаем, а когда делаем, начинаются цветы. Поджидали меня всякие разные трудности, которые были героически преодолены.
Также меня поджидала целая замечательная группа из 13 людей прекрасных, с которыми я познакомилась. И я безумно рада, что я пошла в ЛП, что я вообще узнала этих людей. Поджидала сумасшедшее веселье, сумасшедший отрыв. Клип у нас получился зашибись. Мы почувствовали себя звездами. А также я думаю, что нас поджидает удача в наших личных и бизнес-целях. Ну и, в общем-то, вообще удача, которая должна присутствовать теперь в жизни все время. Спасибо за то, что ты озаряла наш путь своим присутствием. Ты была прекрасна, удивительна. Спасибо тебе, ты наша муза. Мы это вообще, мы так? Да, я старалась. Я мега-муза. Первый раз, когда меня приглашали на лидерскую, и я сделал выбор не идти туда. Я видел кучу людей, кучу знакомых, друзей, а у них что-то менялось в жизни. Я говорил, это секта, никогда в жизни туда не пойду. И вот наступил 2014 год, 24.01, мой день рождения, мне исполнялось 29 лет. И я понял, что лучший мой подарок – это участие в тренинге личностного роста, в первой ступени лидерской программы. Я пошел туда, увидел огромное количество замечательных людей. Это лучшее, что со мной могло произойти. И вот 9 мая, буквально 2 дня назад, начался мой последний уикенд, который уже закончился. Я понял, что мы победили. Нас было всего 13 человек. Это лучшее приключение, которое со мной случилось. Моя команда, мы замечательные люди, которые открылись просто. И вот в каждом человеке есть, и, в общем-то, было всегда, лидерская, наверное, только позволила этому раскрыться, были всегда такие замечательные качества. О каждом, буквально каждом члене команды, о каждом капитане, ну, можно писать книгу, потому что это очень глубокие люди. Спасибо. Очень искренние. Ира, у меня мерзнет попа, правда. Скажи самое главное. Ну, это жесть, вот что я вам скажу. Самое важное – это то, что в конце программы у тебя меняются полностью мозги, ты не видишь никаких преград. И можешь идти и достигать то, что ты хочешь. Самое прикольное было, конечно, это сниматься в нашем вообще невероятном клипе. Знаешь, я помню абсолютно каждое мгновение, каждый момент, каждую минуту, секунду. Мельчайшее просто, не знаю даже, как это описать. Вот. Самое классное такое, что вот врезается в память, это третий уикенд, конечно же. Веревки, охота и наш клип. Было прекрасно. Спасибо тебе. У нас собралась команда очень творческих, талантливых, энергичных людей. И это настолько интересно, настолько... Вообще говорят, что притягиваешь подобных. Вот я сама творческий человек. Я вижу, что наша команда такая собралась, что это просто вау. Столько всего интересного. Каждый день можно узнать, научиться чему-то. И вообще, я просто хочу сказать, приходите сюда тоже. Нам, капитанам, команда подарила такой интересный день. Мы ни о чем не думали. Мы просто наслаждались жизнью и... Мы посещали салоны, нам делали разные массажи, мы изучали запахи, мы изучали разные стили одежды. Мне понравилось. Я знаю, что мне потом сказали, что вы хотите так жить минимум 3 раза в неделю. У нас в столице называется вир життя. Вир. Это вир життя, да? Ага. Что больше всего запомнилось тебе в ЛП-126? Наши студенты. Особенно отличилась Галина, наша муза.
наши ребята, которые действительно поменялись в этой программе и которые действительно вышли другими людьми. Я очень горжусь, что я находилась в коллективе таких чудесных людей и что мы прошли этот путь до конца. И кто остался, тот и выиграл. Сейчас перед вами участница детской лидерской программы Софья Москвина, моя дочь. София, расскажи свои впечатления о лидерской программе. Ну, там весело очень. Мы сегодня проходили веревочный курс, очень было весело. Мы ходили по канату на высоте, и мы удалили этот страх. Ну, кто-то боялся, и нам было очень весело. И мне нравится лидерская программа. Я желаю счастья и здоровья. Это люди, которые удивляют каждые 3 секунды. Ходишь как по минному полю, никогда не знаешь, что будет дальше. Это интересно. В конечном итоге они выдали такой номер, что теперь придется рассказывать об этом долго, я думаю, десятилетиями. Вот, какие молодцы. На самом деле, лидерская программа – это не самый легкий тренинг. И туда идут только те люди, которые хотят меняться не только сами, но еще изменить что-то в мире вокруг себя. Это основное. И у этих получилось людей. Вот, и они настолько прекрасны, настолько интересны, что я прямо всех пригласила в ассистенты. А это крайне редко бывает, потому что отбор серьезный, у людей должны быть определенные качества и результаты. А здесь вся команда приглашена. Это дорогого стоит. Вам огромное спасибо. ЛП-126. Если кто не знает, это тоже ЛП-126, Галина. Вот, а она еще будет капитанить у нас в последующих программах. Мы ее уже пригласили. Она а уже... после отдыха на Гавайях небольшой. Где-нибудь месяца на 3. Да ладно. 2 недели тебе на отдых. Да. Вот. Потом у нас много дел впереди. Да, огромное спасибо. Это было здорово. Вот танцую, не могу успокоиться. Радуюсь за них. Крутая команда, молодцы. Спасибо. С вами был проект «Философия стиля» и Галина Москвина. Итак, это было про ЛП-126. Оставайтесь с нами.